и сматывайте. Вот я с прикладом. Добрый день! С вами Андрей Шалыгин, National Explorer, Main Hunter. И мы сегодня с вами рассмотрим комплектацию Super Mamba 2020 арбалета Mamba, Main Hunter. Mamba — это самый компактный в мире блочный арбалет, а точнее арбалет-пистолет. Сегодняшняя комплектация Super Mamba отличается от обычной по нескольким параметрам. Но нами она таким образом сконструирована, что вы до этой комплектации можете доработать свой стандартный штатный арбалет самостоятельно. Сегодня я вам расскажу, как это делается. Дело в том, что изначально мы предполагали выпускать на рынок этот арбалет и в комплектации Super Mamba в том числе, и в последующих комплектациях. Вот. Но в связи с экономической ситуацией, которая сегодня существует в Российской Федерации, мы решили подобрать вам комплектацию, близкую к производственному варианту Super Mamba, практически ничем от нее не отличающуюся по возможностям, но доступную по дополнению комплектации вами самостоятельно. Поэтому, собственно говоря, у меня в руках стандартная штатная Mamba от Main Hunter 2020 года. Самый компактный в мире блочный арбалет. В комплектации, разрешенный к свободному обращению на территории Российской Федерации. То есть арбалет до 43 килограмм, приспособление для спорта, отдыха и развлечений. Дело в том, что мы на территории Российской Федерации предоставим вам возможность приобретения плеч, соответственно, на 120 фунтов, а градация плеч у Мамбы бывает до 43 килограмм, 120 фунтов, 150 фунтов, 185 фунтов и 200 фунтов. Мы на территории Российской Федерации, соответственно, сертифицировали этот арбалет как приспособление для спорта, отдыха и развлечения, арбалет до 43 килограмм. Но в связи с тем, что у нас введены в Российской Федерации правки в закон об оружии, соответственно, утверждены уже правительством правила охоты, измененные, которые вступают в силу с 1 января 2021 года, и, соответственно, охота с луком и арбалетом будет разрешена. Поэтому, если сертифицировать данный арбалет, а это вам доступно в том числе и самостоятельно, да, установленным образцом действий, да, предусмотренных законами, наставлениями, порядками и правилами обращения оружия в Российской Федерации, вы можете его использовать и с высокофунтажными планками, но приобрести вы их можете свободно, не предъявляя для этого каких-то дополнительных документов, потому что уже собранное изделие является оружием. Да? Естественно, для режимных ведомств, силовых структур, эти арбалеты будут поставляться сразу в варианте 120, 150, 185 и 200 фунтов в зависимости от предназначения. Это самые тонкие плечи, 1,5-2 мм в зависимости от расположения планки к карману. Вот. Последние 200-фунтовые, они 5-мм. По толщине. Ну, таким образом, на внешний взгляд можно сразу определить, на сколько фунтов данный арбалет. В соответствии с действующим порядком оборота оружия на территории Российской Федерации, если вы имеете роху на любой огнестрел, а также охотничий билет,
вы в состоянии, соответственно, владеть арбалетом, который имеет исключительный порядок регистрации. То есть отдельного разрешения на его приобретение, хранение, ношение не нужно. Достаточно иметь разрешение на штатный огнестрел, который вам разрешено хранить, да? При этом вы, соответственно, должны зарегистрировать приспособление, которое станет оружием, да, в соответствующих органах ОЛРР, при этом его индивидуально сертифицировав. Это отдельный вопрос, на нем я сейчас останавливаться не буду. Но, тем не менее, с 1 января 2021 года охота с этими приспособлениями, а именно с оружием с метательным, разрешена. Но до этого нужно его, соответственно, зарегистрировать, учесть и индивидуально сертифицировать. Планки на 80 килограмм, на 120 фунтов будут вам продаваться вместе с первой партией мамп, которая пойдет в широкую продажу. Там более 100 арбалетов. Они в основном, конечно, по предварительной записи, потому что спрос на данные арбалеты достаточно высок. Но последующие комплектации можно будет приобретать, в общем-то, в различном диапазоне планок. Да? Ну, для силовых ведомств мы, соответственно, индивидуально, персонально по заказу это дело комплектуем. Скорости вылета стрелы из данного арбалета на планках до 43 килограмм, 120 фунтов, 150 фунтов, 185 и 200 фунтов. Скорости, соответственно, равны 300, 310, 320, 325 и 330 FPS, футов в секунду. 200-фунтовая, соответственно, комплектация, она близка к пистолету Макарова по скорости вылета боеприпаса, ну, естественно, отличается по нему по поражающему воздействию. То есть там не ударно-кумулятивная, останавливающая, как у пистолетов, да, а колющая, режущая, проникающая, да, с соответствующими последствиями, да. Но предназначение этого арбалета несколько иное. Конечно, вообще изначально он сертифицирован как арбалет для спорта, отдыха и развлечения, КСО, конструктивно сходное с оружием изделие, но не являющееся оружием. Но вообще он предназначен для широкого выполнения круга задач, в том числе и специальных, для чего он, собственно говоря, и создавался. И последующая модификация этих арбалетов, предварительное торговое название COVID-2020, это пистолет с обратным расположением плеч, с более мощными плечами, вот, они в основном и проектируются для, соответственно, интересов силовых ведомств. Этот арбалет имеет встроенный натяжитель заряжания, рукоятка заряжания, соответственно, вам вот видна вот здесь таким образом. Здесь, конечно, есть вырез под палец, вот, и так далее, но это сделано для перезаряжения полуавтоматическим способом. Это тоже в интересах силовых ведомств, потому что здесь этот арбалет, в принципе, можно ставить как самострел, что для целей охоты запрещено. Однако в интересах силовых ведомств для этого и сделано вот это вот, соответственно, стремя. Арбалет можно заряжать как натяжителем, да, ну все очень просто. Вы, соответственно, его вот таким образом бесшумно, он совершенно взводится. Вот. Мы устанавливаем сюда штатный боеприпас. Дело в том, что боеприпасы для мамбы, они не имеют специальных частей. Они сделаны специально таким образом, спроектированы, что они изготавливаются из стандартных запчастей, которые имеют обращение в луках для спорта, отдыха и развлечения. Да?
Ну, вот такой результат, да? Это G5, он абсолютно целый, без всяких этих самых. Ну, чуть-чуть носик затупился, немножечко. Вот, на лезвиях никаких зарубок нет, все абсолютно чисто. Ну вот, пробивающая способность, ну, соответственно, сколько есть в G5, столько и получилось. Любой боеприпас, который подходит к лукам, подходит к этому арбалету. В основе лежат лучные стрелы, для которых боеприпасы, бродхеды выпускают все фирмы мира, которые только существуют. Поэтому сюда можно поставить любую новинку, которую кто-либо где-либо изобрел и начал продавать. Более того, мы прекрасно знаем, что сюда ставятся и огнестрельные стрелы, которые тоже в соответствии с действующим законодательством свободно продаются в Соединенных Штатах в том числе. Это обычный стакан, в котором есть накалывающий зуб, и куда вставляется стандартный патрон для огнестрельного оружия, включая хоть 12-й калибр, да, с картечью. Дело в том, что вот это вот основной боевой вариант применения данного арбалета-пистолета, приклад Fab Defense Cobra и фонарь, ну, в данном случае это XML-6. Вы сюда можете поставить, в принципе, все что угодно: лазерный целеуказатель, либо какой-либо другой фонарь, либо для сил спецопераций, я думаю, что наиболее лучшей будет мысль ставить сюда стакан с пружинным выкидывающимся стилетом, который сделан на простой затворе щеколда и в качестве добора неудачно снятого караульного, да, или подраненного, да, караульного. У вас постоянно заряжен стилет, если вы, собственно говоря, его сняли и он еще шевелится, то подходим, значит, и путем разворота щеколды спускаем этот стилет, который также его бесшумно, собственно говоря, и добивает на расстоянии, если он за колючей проволоки, вот, и вы уже к ней подошли, потому что первый раз его сняли, то можно добрать стилетом, да, который перезаряжается обычным образом. Вставляем твердое основание, досылаем до конца, закрываем щеколду, поднимаем, снимаем щеколды, и, соответственно, стилет вылетает. Схема давно известна, прекрасно работающая, да? Стандартная проверка на пробиваемость, изолон. Изолон — это 2,5 плотности мяса, Broadhead G5 Outdoors, порошок 100 грамм. Плечи разрешенного номинала для неоружия до 43 килограмм. Это не является оружием. Абсолютно летально. То есть это гибридный шафт стрелы гадюка, двухстаканный, композитопластик. Снаружи карбон второго типа, изнутри пластик с карбонизированный, с карбоновым волокном. Штатное оперение, стандартное, которое спокойно здесь проходит в передней части. Двухлопастное, плоское, наклеивать можете самостоятельно. Из одной стрелы штатной для лука, там 31-32 дюйма, получается 3 стрелы для арбалета ровно. Ног стандартный лучный, слегка подправленный, развернутый вертикальным стволом. Пенетраторы бывают трех видов, как, собственно говоря, и все стрелы для игла они называются. Они выпускаются с мейнхантером, с алюминиевыми, с остальными, да, и с латунными пенетраторами. На них 150-грановые лучные наконечники. То есть боеприпас для этой
Для этого арбалет-пистолет бывает трех видов. Зависит это все от вашей необходимости и от потребного веса боеприпаса и проникающей способности, которую вы хотите добиться. Латунь, сталь и алюминий. Черненый. Снятие с предохранителя в СПУ на заднее, вот эта вот кнопочка. Так же, как и заряжание, это происходит бесшумно. Вот я уже снял. Арбалет, еще раз повторяю, специально разработан для интересов силовых ведомств. На широких продажах этого арбалета мы просто обкатываем его конструкцию. Вот, и совершенствуем. Ну, вот, чтобы вам было видно. Дело в том, что арбалет достаточно мощный. Он достигает всех характеристик арбалетов больших, при этом имея очень небольшой размер. То есть... Вот это заряжание можно заменить и заряжанием пальцами. Дуга плеч и, собственно говоря, вариант накидного натяжителя, обычный шнур, который можно устанавливать сюда, он позволяет нам это сделать. Но это затруднительно сделать, потому что слишком острый угол сложения тетивы. Поэтому вы, в принципе, можете как пользоваться задним натяжителем, стандартным, встроенным, так и самостоятельно заряжать как от самодельного веревочного натяжителя, так и аккуратненько это делая пальцами рук. Ну, для этого придется упираться вот в это, соответственно, так называемое стремя. Но изначально оно сделано не для того, да? Это вариант был бесшумного выстрела. Два варианта выстрела. Мощный, с хорошим звуком, и плавный, с плавным разгоном. Как это достигается в моем устройстве, я вам пока рассказывать не буду. Дело в том, что вот это, то, что вы сейчас видите, это кастомный вариант Супер Мамбы, предназначен вообще для силовых ведомств. Я вам объясню, как его из обычного сделать. Вот, но в части, касающейся не двух вариантов выстрела, а общебытового применения. Да? Все остальные опции, они предоставляются только для спецверсии усиленной. Вот здесь на версии до 43 кг установлены кастомные тетивы и троса оранжевого цвета. В данном случае они сделаны Михаилом Сбродовым, да, один из лучших тетивоплетов Российской Федерации. Вот, поэтому мы изначально комплектацию арбалета отрабатывали на его продукции. Штатные они черные и более тонкие. Соответственно, скорость арбалета на штатных тонких выше, чем на этих. Эти гораздо надежнее с точки зрения эксплуатации и возможности применения там сверхлегких боеприпасов, да, для этого арбалета. Дротиков в том числе, магазинов заряжания, если хотите. Да, они по конструкции точно такие же, как для пуэлланговской кобры. И сюда их установка тоже возможна. Но вернемся. Ну, вот эти тетивы ставятся в обязательном порядке на все арбалеты фунтажом свыше 120 фунтов. То есть на версию 150, 185 и 200 фунтов ставится только кастомная тетива. Использование черных, тонких, штатных, стоящих на версии до 43 кг, приобретаемой дефолтно, без документов, да, стоят черные с высокофунтажными плечами, 150, 185 и 200, использование штатной черной тетивы и тросов запрещено. Это очень быстро может привести к выводу арбалета из строя. Несколько раз показывая вам, соответственно, заряжание арбалета и стрельбу из него, вот я опять снял с предохранителя, не слышно, да?
Вот, сейчас опять вариант бесшумный выстрел. Штатно вы приобретаете ковру мамбу без вот этой части. Это приклад кобра. Приклад кобра — это штатный приклад Fab Defense, выпускающийся для пистолетов Glock 17-19. При этом в комплекте этого приклада имеется 4 вида адаптеров. Вот это вот в пистолетную рукоять вставляется адаптер. Он с быстро разъемным замком, вот, который здесь с помощью язычка фиксируется, выходящий язычок в зуб рукояти арбалета вставляется и защелкивается. И в зависимости от длины, два номинала, то есть длинные и короткие, и от посадочного места в рукояти пистолета. Рукояти от пистолетов Glock 17 и Glock 19 различаются по размеру замка. Так вот, от 17-го Glock'а короткий вариант рукояти, адаптера, вставляемого в рукоять, вставлен вот сюда, в данном случае сейчас. В принципе, вы адаптировать штатную пазуху под вот этот замок штатный Глока 17-го можете, это несложно, там нужно только сделать небольшой выступ внутри полости рукояти размером примерно 1,5-2 мм, за который будет захватываться вот этот зуб, и сюда поставить заполнитель пустого пространства. Ну, допустимо, даже там какую-то деревянную, соответственно, болванку, да. А можете просто саморезами с этой стороны эту рукоятку намертво зафиксировать. В принципе, если вы не собираетесь снимать приклад, а такой необходимости нет, то и такой вариант возможен. Ну, естественно, вот вся эта штука, она в моем представлении не нуждается. То есть вот таким образом, естественно, здесь подвижная тактическая рукоять. Вы можете ее держать снизу на поддержании как цевьё. Вы можете ее и вот таким образом, если вы стреляете с отрицательным углом, да, или с положительным, если вы стреляете в ту сторону. Ну, вот, соответственно, щека кладется вот сюда, да, скуловая часть сверху щеки, здесь на уровне, соответственно, уголка рта. Вот, ничем не отличается прицеливание от каких-либо других вариантов. И вот в таком виде вы, соответственно, можете использовать арбалет. Эту рукоять вы можете поставить самостоятельно сюда. Вам не нужно ждать комплектации Супер Мамба для приобретения ее в магазине. Кроме того, приобрести сразу весь опционал для Мамбы для некоторых может быть достаточно проблематично с точки зрения, что, ну, у вас просто может быть денег нету, да, в данный момент. Ну, соответственно, складывается он таким же образом путем нажатия на кнопки. Кнопка «Держащий винт», а раскладывается без нажатия всего вот этого, да, очень быстро в боевое положение. Да, вот таким образом. Ну, вот в такой комплектации для сил спецопераций и, соответственно, для других нужд оборонных силовых ведомств и будет поставляться этот арбалет. И в первую очередь это ведет к отработке элементов обвеса для обратника, который будет являться основным приспособлением. Коллиматор, который здесь ставится, ну, это стандартный пистолет, и опять же коллиматор, предназначенный для всего диапазона пистолетов, вот, в том числе для глоков. Ну, в данном случае, вот вы видите, не буду рекламировать эту модель, вы прекрасно знаете. Вот, она включается после того, как вы снимаете, колпачок попадает в солнечный свет и выключается самостоятельно через некоторое время после того, как вы одеваете защитный кожух. На арбалете имеет соответствующая планка Вивер. Вот это стремя, оно предназначено
Вот имейте, видите, странного вида отверстия эллиптические. Дело в том, что это для крепления арбалета в режиме самострел. Если у вас есть какая-то ветка или еще что-то, на что вы это ставите, вы, соответственно, обламываете ее кончик, одеваете арбалет, у вас вот здесь высовывается эта ветка, здесь вы это дело приматываете, соответственно, паракордом, в том числе там, да, за рукоять. Ну, а дальше, как обычно, вы ставите растяжку, ничем не отличается, соответственно, вариант огнестрельный от варианта арбалетного. То есть идущую откуда-то нить, которую должны соответствующим образом сдвинуть или натянуть те, против кого вы это дело ставите, она обвивается, просто проходит вокруг рукояти и привязывается за хвост скобы спускового крючка. Да? Здесь она снайперская. Вот видны вентилируемые отверстия и передняя, соответственно, шейка, которая имеет седло под палец, под вторую фалангу. Отсюда завернутая проходит вот сюда и дальше туда. А там либо приманка, если это зверь, и мы говорим о ситуации выживания, там, да, или какая-то вещь, или что-либо иное, там, да, включая растяжку. Ставится очень просто. Соответственно, сюда можно поставить любой винт. Поэтому и бродить любой фал или линь любой толщины, даже очень толстый, и даже ветки, ну, в том числе там ивовые там, или еще какие-то там, да, вот, или кору и так далее. Поэтому паз сделан достаточно широкий, что этот, что этот. Его можно и к вертикальной стойке, его можно и к горизонтальной стойке, и в третьей оси тоже, да. То есть специально так сделано, чтобы он, и вот здесь сделан зуб, который, собственно говоря, должен вдавливаться во что-то, в основание, к которому вы его притягиваете. Чем больше спереди притягиваете, тем больше вдавливается зуб, что позволяет фиксировать его перемещение. Это стремя, оно же крепление для пистолета в режиме самострел. Цевьевая часть с ограничителями для безопасности пальцев съемная. И на эти, соответственно, посадочные места, которые образуются от винтов съемного цевья, а также съемного стремени упора, вот одно, и, соответственно, второе крепление, и здесь третье, сюда можно вешать стандартные приспособления навесные. Каковыми являются планки вивер и все, что с этим связано. Сегодня я вам показываю крепление Bowfishing. Причем крепление комбинированное. Значит, я вам это все поставлю, покажу. Это будет вот так. Соответственно, вариант арбалета вы несколько позднее в ролике увидите работающий вот с этой навеской. Навеска Bowfishing. Навеска Bowfishing в данном случае предоставлена, показана универсальная. Вот эта вся часть, лучный стабилизатор и к нему прикрепленная катушка, это стандартное приспособление для Bowfishing с блочным луком. Поэтому, имея и лук, и арбалет, вы можете одно устройство без его разборки использовать и на луке, и на арбалете. Для этого нужно... Вот это, собственно говоря, стандартные кольца 21-22, предназначенные для крепления лазерных целеуказателей, фонарей и оптических прицелов, что можно использовать и в креплении, и сюда ставить оптический прицел, и сюда ставить фонарь и лазерный целеуказатель. То есть, вот эта фасонина, она предусматривает возможность использования стандартного навеса для Bowfishing как на вашем луке, так на вашем арбалете, и в том числе использовать вот эти детали для того, чтобы на этот арбалет устанавливать и оптический прицел, и лазерный целеуказатель, и фонарь, либо еще какие-либо другие вещи, включая там видеокамеру, в том числе тактакамы для блочных луков, которые вместо стабилизаторами, либо увеличивать длину их
количество обвеса, потому что тактакамы и фонари НАП зеленые там, да, они ставятся вот сюда, да, и они существуют стандартные, да, для блочных луков. Поэтому вы вот можете на эту конструкцию, так как место для фонаря будет занято, но вы на фонарь и видеокамеру тактакам можете поставить вот сюда. Соответственно, вот эта шпилька для арбалета не нужна, но сюда вы можете дополнительно ставить обвес для, допустим, длинный фал для линя, более толстого, в том числе для подачи линя. Вот это приспособление не только для буфишинга, оно и для заброса линей, подачи тросов и всего прочего, там страховки, для специальных действий. То есть швартовый конец в море подать, забросить стропу, перебросить через дерево, там, да, на скалу куда-то подать страховку, чтобы за нее выбрали основной фал. И вот основной фал будет крепиться к емкости, которая находится здесь. В том числе здесь может находиться при океанском буфишинге поплавок, который сходит с передней части линя. Ну, вы знаете, как охотиться на океанскую рыбу и крупных животных, в том числе там дельфины, там моржи, там и все остальное прочее, да? Соответственно, передняя часть выстреливается с гарпуном, за ней сзади мощный поплавок, который и является маркером нахождения животного, чтобы его при последующем всплытии там добивать, либо является, соответственно, возможностью не дать ему долго нырять и затруднить его движение, чтобы он устал, потому что большой поплавок будет его затруднять. Вот это все предназначено, значит, для крепления вот сюда. Поэтому использование вот этого обвеса, оно оправдано. На самом деле вы можете просто вот эту катушку, если другого желания у вас нет, закрепить сразу на сам арбалет, вот здесь за уши катушки, проделав два отверстия, и закрепить их сразу вот сюда на подвес арбалета. Тогда вот эта вся конструкция уходит. Но с этой конструкцией вы можете использовать эту установку и на луке, и на арбалете. И на арбалете использовать вот этот обвес для крепления оптических приборов и другого навесного оборудования. Да? То есть это правильно. Значит, вот в таком виде это приспособление называется Super Mamba Bowfishing. При этом вот эта катушка, в данном случае это сальмо обычно, это обычная спиннинговая катушка. Все вот это вы можете купить в магазинах самостоятельно. Это стандартная планка вивер, это стандартные крепления для планок вивер на оружие, это стандартный лучный стабилизатор для буфишинга, это стандартная катушка для спиннинга с сальмо. То, что касается линя, который очень плохой идет с любыми приспособлениями для боуфишинга, и в том числе с американскими, и в том числе мази, и IMS боуфишинг, который в этом мало что на самом деле понимают. Дело в том, что вот здесь вот сейчас стоит самый простой плетеный фал на 0,4 усилием разрыва 80 фунтов. 80 фунтов это более чем достаточно для того, чтобы заниматься боуфишингом на любую птицу и любых в России воднообитающих животных на внутренних, соответственно, водоемах. Андатра, бобр, нутрия, выдра, норка, выхухоль, да что хотите, да? Вот бобра на 25-30 килограмм, 80-фунтовый вот этот вот шнур, он выдержит, да? Потому что есть еще понятие не фиксированной прочности, а общей гибкости системы. Она будет растягиваться, и временные усилия
на фунтаж более 80 фунтов, это выдержит. Поэтому, если она распределена на большой площади, она будет просто играть по длине, потому что это плетеный шнур. В то же самое время он очень легкий и камуфлированный к тому же, да? Поэтому очень органично вот сюда попадает. И с таким шнуром можно использовать стандартные катушки, которые имеют очень хорошую кинематику, которую делали горячие финские парни. Вот. И она предназначена именно для борьбы с рыбами и водно-обитающими животными, что на голову выше по механике, чем приспособление мази и, соответственно, АМС Buoy Fishing, которые проектировались для работы с тупо спрыгающим карпом на дистанциях тупо 10 метров. А это позволяет работать, ну, в данном случае там сделано примерно на 100 метров, да, по возможностям. Ну и, соответственно, здесь есть переключатели и вся остальная кинематика. Да хоть с 7 подшипниками покупайте эту катушку. Но в целом расходы будут примерно такие. Если покупать на AliExpress, то, соответственно, 120-150 рублей будет планка, столько же будут примерно стоить вот эти вот захваты, примерно около 450-350 рублей будет стоить вот, соответственно, стабилизатор крепления для Buoy Fishing, но к нему еще идет и передняя шпилька для крепления тактакамов там, да, и фонарей типа NAP. Задние, здесь регулировочные еще гайки с шайбами, которые вы будете использовать в другом режиме навески без вот этих частей этого стабилизатора. Его можно закрепить вот сюда. Вот здесь, если поставить две шайбы и две гайки, штатные, идущие в комплекте этого стабилизатора, то вот эта часть вам становится не нужна. Но она вам нужна все равно на этом арбалете, чтобы ставить оптический прицел сюда, либо подвес сюда в виде фонарей и лазерных целеуказателей без катушки Buoy Fishing. Это для обычной охоты там, да? Или тактического применения там, в строениях, в лесу и так далее. Но вы можете закрепить и без них вот таким образом. Тогда арбалет несколько удлиняется, но это позволяет нам использовать его, соответственно, вот с этим креплением под буй для боуфишинга и под второй основной линь, в том числе и для подачи больших фалов, которые будут разматываться, соответственно, из дополнительного объема. Этот дополнительный объем — это не какая-то канистра, как у АМС Buoy Fishing, а также, как для современных пулеметов, этот объем является подрезиненным брезентовым мешком, да, с, соответственно, открытым клапаном, да, который на жесткой горловине сюда пристегивается. То есть то же самое, как у РПЛ-20, соответственно, у нового от Калашникова, сделан под ленту так называемый магазин, да, ну, мешок, да, вот, точно так же для фала сюда ставится такое приспособление, которое также вами может изготовлено быть самостоятельно, там ничего сложного в этом нет, да, вы один раз посмотрите, как это сделано на РПЛ-20, вот, и можете сделать это самостоятельно, вот. Вот в таком виде это второй вариант крепления этого обвеса. Я этот вариант не буду показывать, потому что он касается в первую очередь сил спецопераций. Там, да? Вот. Вам же нужен максимально компактный вариант, поэтому вы ставьте его вот так. Но если вы не хотите с вивером корячиться, да, и, соответственно, снимать тактическую рукоятку, вам нужно просто вот сюда поставить две шайбы и две гайки. Тогда вы сможете использовать штатную тактическую рукоятку, и тогда вот этот вынос, если он вам не мешает, он оправдан, потому что здесь будет оперироваться рука, вот, а дальше, соответственно, вот будет навесное приспособление. Что касается боеприпаса. Ну, во-первых, я еще не сказал про крепление этого боеприпаса в режиме Buoy Fishing. Да? Мы здесь ставим из магазина купленный наконечник для кивка, спиннингового удилища или фидера. Это штатный кивок
Они бывают с тефлоновыми кольцами, бывают с пластиковыми внутри кольцами. Для скольжения это лучше. Он стальной, из нержавеющей стали, и снаружи еще покрыт хорошим специальным окрашиванием, да? В том числе для океанской ловли. То есть это абсолютно даже для соленой воды эксплуатационно пригодное устройство. Гарпун из иглы. И делается путем удлинения, то есть вот из обычной стрелы на 31-32 дюйма, вот таких гарпунов можно сделать два, распилив стрелу стандартную 6-миллиметровую пополам, да, и удалив одно перо. Здесь нужно поставить только вот такой ограничитель, который предотвратит сход слайдера и, соответственно, повреждение оперения. Вот размер вот этого кольца от кивка. Он подходит под размер штатного пенетратора, поэтому кольцо без разбора гарпуна, соответственно, в полете фиксируется именно вот таким образом. Оно специально для удилища так изогнуто, и вот так это и работает в полете. Согласитесь, это на голову лучше, чем стандартные любые приспособления для боуфишинга, существующие в мире, и от МС Боуфишинг, от лучших марок, да, и от Мази, да. Соответственно, вот это более грамотная, и вот эта вся конструкция, разработанная мной, она на голову выше всех этих американских мази, МС Боуфишингов и всего остального прочего. Это хорошо работающая техника, скомпилированная из доступных запчастей. И здесь ничего придумывать больше не надо, потому что здесь все подобрано максимально комфортно. Исключается выпуск специализированного обвеса. Достаточно его просто купить по частям. Другое дело, что это, соответственно, нужно побегать, поискать и купить то, что я вам показываю. Но для силовых ведомств мы это, соответственно, навеску таким образом будем подбирать из лучших запчастей, которые существуют на рынке. То, что касается гарпунных наконечников. Можно вот таким образом, конечно, ставить сюда штатный гарпунный наконечник, существующий для луков. Но по животным это применять нельзя, хотя этого не написано в правилах охоты. У нас те, кто придумал правила охоты, особым умом не отличаются. Они отличаются только жадностью и коррупционностью, больше ничем. Если по птице это доступно, но невозможно, потому что по перу это отрикошетит, этот вариант годится только для рыбы. Для зверя или для крупной рыбы сюда нужно ставить стандартный гарпун для подводных ружей. Но для зверя это тоже недопустимо, потому что вы его загарпуните, а дальше начнете мучить животное. Да? А нам нужно, чтобы оно максимально быстро дошло. До Минприроды не доходит, да, которые делают правила охоты. Поэтому вы должны использовать специальные бродхеды. Что есть специальный бродхед для боуфишинга? Они бывают только китайские. Штатных американских и прочих, которые на самом деле являются все равно китайскими. Американцы сами ничего хорошего не придумывают, да, в последние 20 лет. Вот. У них мозги зажирели. Вот эта китайская штука, которая имеет задние зазубрины, и есть гарпун для боуфишинга, на который рассчитана вот эта вот конструкция стрелы, гарпун, игла для мамбы. Вот в таком виде вот этот гарпун может использоваться только на зверя. И больше ни в каком. Не существует иных гарпунных наконечников. Он одновременно и гарпунный, и режущий. То есть он проходит и обратно. Он является, соответственно, невозвратом. Для того, чтобы задний невозврат из зверя не выходил, вам нужно дополнительно завести на тупую грань острые задние, соответственно, вот эти вот лезвия. Сейчас они заострены назад.
То есть вы будете тянуть сюда, она разрежет, соответственно, мясо и вырвется. Поэтому заднюю часть вот этих выступов вам нужно предварительно затупить, для того, чтобы он работал на невозврат в качестве гарпуна. Да? Ну, вот таким образом выглядит гарпун для мамбы. Согласитесь, аналогичного гарпуна в мире не выпускает никто, хоть 10 раз американцы и прочие, значит, уроды, которые на самом деле ничего в этом не понимают. Вот это сейчас вы видите лучший в мире гарпун на звери и птицу в режиме боуфишинг. Ну, а также, естественно, для сил спецопераций, которым нужно закрепить какой-то фал где-то или там в дереве, или в какой-то там текстуре, или даже просто забросить, потому что он все равно там зацепится. Да? А другое дело, что для разного усилия натяжения, для разного фала нужны разные шафты, разные гарпуны, но принцип понятен. Да? Таким образом, мы с вами рассмотрели все, что нужно для того, чтобы превратить обычную мамбу в супермамбу боуфишинг. Для этого нужно приобрести приклад Fab Defense Cobra для Глока 17-19, адаптер 17-го Глока с коротким переходником, вставить сюда, в примитивном случае его присверлить сзади двумя саморезами, он пластиковый, он, соответственно, нормальным образом проходится, либо сделать там зуб и поставить заполнитель внутрь полости рукояти, для того, чтобы адаптер Глока отщелкивался и спокойно вынимался. Но он и так вынимается, если здесь, соответственно, открутить немножко вот этот винт, и, соответственно, штатное крепление Глока отпустится. Вы получаете арбалет с вот этой навеской. Дальше вам нужно поставить штатный, соответственно, стабилизатор от лука на две шайбы и две гайки на переднее крепление. И вы получаете комплекс для подачи линия фала, боуфишинга, загарпунивания там каких-либо животных, начиная от морских, там крупных, да, в зависимости от того, что вы за фал поставили и что вы за катушку. Катушка может быть и океанская для троллинга, а на троллинг, извините, тунцов по тонне гарпунят, да? Поэтому вопрос, как оно будет, не вопрос. Все зависит от обвеса. А принцип крепления обвеса я вам объяснил. Вот таким образом это все навешивается, и у вас получается супер мамба буфишинг. А сейчас мы перейдем просто к отстрелу, к натурному. Ну, в принципе, все, что вам нужно, здесь вот разложено. Это приклад Кобра. Он примерно стоит в магазине от 8,5 до 11 тысяч. Вот. Ну, нож вам нужно иметь с собой всегда. Примерно 250-300 рублей. Примерно 250-300 рублей. Примерно 650-1500. Это если не на Алиэкспресс, а в обычном магазине покупать. Вот. Катушка около 1500-2000. Сальма. Стрелы гадюка. Шафт в гарпунном варианте пополам, дротики, стрелы на три части можно резать, пенетраторы по 250, по 300 рублей в зависимости от номинала, 60-100 наконечники, ну, перья 3-5 рублей, так же как и задние металлические пин-ноки, здесь металл сзади стоит и только потом одет пин-нок, это усиленный вариант. Вот. Около 3-4 тысяч стоит комплект тросов и тетив от Сбродова. Наконечники либо порошок рублей по 250, либо по 150. Обычная там нержавейка, да. Ну, вот эти то же самое, 120-150 рублей они все стоят, да. Вот.
вставление сюда замка Glock, это все ваши ручки. Это тоже рублей 200-300 метров стоит, соответственно, или 350 рублей, если в магазине брать в обычном, вот этот вот фал. Инструмент самый простой, ну, фенки, соответственно, либо простейшая зажигалка, либо помощнее газовая, термоклей. Затягивать нить, соответственно, плоскогубцы, либо оперировать вот с подгоном, соответственно, вот этого замка. Обычная отвертка, лубрикатор для свадебной тросов тетив и, соответственно, обычный комплект ключей лучный. Ну, вот эту леску можно использовать, ну, это капроновый шнур, да любой шнур для нахлыста можно использовать для этих целей, то есть, вот если самая тонкая, 0,14 идет на 10 килограмм усилия, то этого, в принципе, уже достаточно на птицу. То есть, вот минимум вот этот вот. Средняя часть, которая на бобра, это 0,4. Вот усилие на разрыв у них вот соответствующим образом вот такое, да. То есть, вот этот шнур до 80 фунтов, да, ну, на самом деле это гораздо больше, потому что он играет, а не на разрыв в данном месте. При этом мы понимаем, что нахлыстового шнура для океанических катушек, для буфишинга мы можем найти, соответственно, сколько угодно. Ну, и у нас остается вот этот фиксатор, он делается из электротехнического кембрика защитного, да, ну, накладочка есть такая на контакты, да, соответственно, вот, и обычным саморезом сюда укрепляется, то есть, вот, как бы, совершенно ничего сложного, то есть, комплектацию Супер Мамба вы можете собрать самостоятельно, и не стоит за это платить, в общем-то, какие-то большие деньги. Конечно, кто это не хочет, или кто хочет получить комплектующие там высшего качества и работу высшего качества, то пожалуйста. И неоспоримый плюс вот такого крепления катушки, да, он заключается в том, что не повреждается сама катушка, а просто вот вставляются в штатные захваты стабилизатора ее уши, и снаружи крепление вивер вот достаточно свободно вкручиваются на соответствующих винтах штатных. Но если вы хотите, то вот здесь вот и вот здесь вот в ушах можно просверлить отверстие для того, чтобы без планки вивер вот на эти два отверстия закреплять катушку сразу на арбалет, сняв вот цевьевую часть. И вот получится, что вот на вот этот вот болтик и вот этот вот болтик вы сюда прямо поставите сразу катушку. А можете это все, конечно, здесь не городить, а для того, чтобы просто использовать две шайбы и две гайки, можете вставить вот это сюда и зажать двумя шайбами и двумя гайками с двух сторон, естественно, не устанавливая вот эту часть. Все просто, я вам рассказал, как делается Супер Мамба из обычной мамбы. Если мы снимем тактическую рукоять, которая вот здесь с ограждением пальцев у нас стояла, только что я вам показывал, да, и поставим на нее катушку для боуфишинга таким образом, но немножко не так, как я вам показывал. Ее можно ставить вот в этом положении, чтобы она была чуть-чуть выдвинута, а можно ее задвинуть полностью, то есть вот эта часть окажется здесь. Ну, мы можем вывернуть заднюю шпильку, и этот механизм весь будет утоплен. Но я хочу вам еще раз напомнить, что вот это все можно ставить и вот сюда с выносом, да, и вообще от этого участка отказаться. Мы его ставим сюда только в том случае, здесь может стоять вообще-то и лазерный целеуказатель вместо стабилизатора, да, и, собственно говоря, фонарь,
да? Это все как бы о вкусах не спорят, да? Но данное решение предлагается именно для цивильного варианта, там, где стабилизатор и устройство для боуфишинга используются, кроме арбалета, еще и на луке, чтобы ничего не переделать. И вот в таком состоянии можно ее поставить в трех положениях. Переднее, среднее, вот это, и полностью вдвинутое, третье. Да? Ну и вы можете просто катушку поставить даже без планки вивер на саму нижнюю часть направляющей. Что касается боеприпаса, то вот в таком виде он должен применяться с данным арбалетом. Да? Вот этот на рыбу, а вот этот на зверя и даже на птицу. На птицу, конечно, можно ставить шокер, да? Но тогда как мы ее будем подматывать, да? В чем весь смысл приспособления для боуфишинга? Ну, естественно, это имеется в виду достаточно крупная птица, да? Вот. По утке это можно только с расстояния где-то в 10-15 метров, там, где вы в состоянии попасть и не срикошетить это оперение. У утки перо крепкое. Вот. Поэтому, если вы в центральную часть без рикошета вот этим попадете, то с 10-15 метров можно вот этим и по утке. Но это получится утка на присаде. А у нас, собственно говоря, в соответствии с правилами охоты, и существует только охота на селезные утки с подсадной, и то не когда он сидит, а он когда летит. Да? На присаде бить нельзя. Вот, да? Как это все депутаты видят с луком и арбалетом, мне непонятно. Ну, мне понятно, что они ничего не видят, да? Вот. Потому что они ни в чем не соображают. Но, тем не менее, вот так, как есть. Вот это два вида боеприпаса основных по зверю и по рыбе, которые используются с этим арбалетом. Ну, естественно, вот этот вариант боеприпаса используется для подачи сигнальных концов и всего там остального, да, фалы, там буйрипы, там стропы, страховочные, спасательные, подвесных мостов и так далее. Ну и в том числе в лесу для перекидки, соответственно, через деревья, ветки и крону можно использовать вот этот, да? Ну, лучше использовать вот этот, да? А если вы хотите, чтобы этот фал воткнулся куда-то, да? Вот, и обратно все это не слетело, и человек там поднял этот фал там, да? Вот, или вы забрались и взяли его там, а он обратно там ветром его не сдул и так далее, то вот в дерево и во все подобное ему стреляется вот таким вот наконечником. Крепление этого всего к вам может быть очень много вариантов, начиная от заспинного, заканчивая каким угодно на рюкзаке и так далее, да? Ну, самый простой, да? И очевидный, это делается вот примерно таким образом. Да? Но это стандартный разгрузочный пояс. Ну, какой стандартный? Естественно, не для нашей доблестной армии, у которой есть свой достаточно комичный ратник. Да? Вот, но вот стандартный разгрузочный пояс, как бы, да. Молли система крепления, и через любой из карабинов вы его закрепляете просто вот таким образом. И нормально с ним ходите, и он вам не мешает. Вот эта рукоять уходит за ногу, да, вот, а плечо находится спереди. Здесь вы его, соответственно, снимаете на быстроразъемном карабине, да, то есть вот здесь как бы никаких проблем нет. И у вас рука лежит удобно достаточно на самом арбалете. То есть вот хотите придерживайте, хотите не придерживайте, с ним ходите. То есть он от вас никуда не девается, значит, при любом перемещении. То есть он находится достаточно органично. А если вы стоите на какой-то лодке, катере там, или еще что-то на понтоне, вот, то вот такое крепление, оно достаточно
удобно, потому что использует стандартный подвес, в общем-то, ГЛОКа, да, вот. И дальше здесь вы можете какую угодно фурнитуру ставить. Вот хоть такую, хоть такую, хоть такую, вот, да. Вот, хоть вот такую, хоть какую хотите, да. Здесь вариантов как бы миллион там, да. Ну, я предпочитаю достаточно крупные, да, вот, вещи. То есть раз и все. Я снял арбалет. Причем карабин держит достаточно большое, соответственно, усилие. Вот. Приходится и носится. То есть здесь никаких вот вопросов с перемещением как бы нет. Вот. То есть арбалет, он на вашей ноге, соответственно. Ну, вы его придерживаете, да? Все-таки он в полуготовности, да? Ну, и то же самое вот закидываете за спину, да? Как это все происходит? Ну, транспортное положение слайдера вот здесь одето, да? Ну, здесь вы вяжете, соответственно, делаете марочку обычную, ну, рыболовную, там особо страдать не нужно. Вот. Это все дальше идет на катушку, которая стоит на стопоре. В этом положении катушка под воздействием трещотки крутится, но с натягом, все зависит от усилия, да? То есть это предохранительный механизм катушки, да? Вот. Вы, соответственно, просто снимаете и там какой-то шлак отматываете. Слайдер ставится хвостиком назад. Ну и, соответственно, сюда накручивается бродхед. Бродхед с невозвратом. Именно тот, который для боуфишинга. Да? Я отойду, выстрелю и подойду. Ну, а дальше стандартный, соответственно, механизм подматывания. Не забывайте откидывать скобу у катушки. Да? Вот так стоит слайдер хвостиком назад, здесь гарпунный наконечник. И откидываете скобу на катушке. Да? Если вы не откинете, у вас пойдет трещотка. Да? И сматываете. Откидываете скобу, снимаете с предохранителя. Ставите скобу и сматываете. Все просто. Вот заряженный пистолет,
вот моя рука гораздо больше, чем все эти плечи вместе взятые. Вот, вот положение на предохранение. Вот положение стрельба. Я с прикладом. Ну и вот это вот, это боевое положение, соответственно, арбалета, да? Нам осталось поднять скобу, снять с предохранителя и произвести выстрел. Ну, естественно, если вы стреляете без лазерного целеуказателя, здесь место стаба стоящего, без фонаря, здесь место стаба стоящего, а катушка стоит ближе, то вся конструкция у вас, конечно, меньше. Но это вот с разложенным прикладом, да? То есть вот это вот, это боевое положение арбалета. Ну вот каким-то таким образом выглядит Супер Мамба Боуфишинг в сложенном состоянии. Ну, соответственно, вот эта рукоять у катушек тоже складывается. Вот здесь вот соответствующий винтик открутили, сложили, прикрутили. Да, и катушка вот в зафиксированном положении. Ну, вот она заряженная, зафиксированная. Стрелять можно и из зафиксированного положения рукоятки катушки. Да, то есть скобу позволяет отбрасывать, все, можно уже работать. Да. Небольшую слабину дали и уже стрелять. Включили фонарь, разложили приклад, да? Вот. Вот у вас получилось боевое положение. Вы это используете как цевьё, да? Вот. И уже можете стрелять, да? А что еще хочу сказать? Не забывайте добивать животное, когда она у вас находится в загарпуненном состоянии. Вы должны иметь добавочные стрелы, не обязательно гарпуны, более короткие, легкие стрелы, там, да, быстрые. Вот. Если у вас в загарпуненном состоянии животное находится, да, вот, зачем его мучить, подматывать и так далее. Да? Вы зарядили мамбу, вам ничего не мешает. У вас на линии находится на гарпуне, соответственно, животное, там, да, бобер тот же самый, да, вы его чуть подмотали, зачем его как рыбу там мучить все это самое долго, вы сразу зарядили мамбу и стреляете, имея на стропке загарпуненное уже животное, то есть ничто вам не мешает добить его до того, как вы его подмотаете, да, иначе вы все это время будете его тиранить, да, если вы неубойно попали, да, грубо говоря. Вот. Ну, что у нас всегда происходит при ранении огнестрельном, как правило, они некоторое время продолжают доходить, и даже если не доходить, то раненые ныряют под корягу, отсиживаются, уходит в нору и так далее. А это позволяет подмотать и в процессе подматывания добрать. Да? Вот. Получается гораздо более гуманная охота, при этом ранение колюще-режущее, не ударно-кумулятивного действия, поэтому болевого шока животное не получает, она получает раневый разрез и за счет кровотечения доходит, просто падает давление, и, соответственно, сознание теряет от потери крови. Да? Вот. То есть не мучается от нанесенного повреждения. Да? Разрез, он проще переносится.
чем, соответственно, травматическое разрыв тканей плюс окружающий вот этот вот огромный там синяк, там, да, получается. Какое-то такое боевое положение, да, у нас получается. Ну и здесь и еще гарпун и наконечник должен быть, да? Берем за стабилизатор как за цевье, снимаем с предохранителя. Ставим, закрываем скобу, и вот натяжение полное, и подматываем. Расстояние в арбалете рассчитано таким образом, что вот здесь можно браться рукой. Свободно встает рука здорового человека. Мы пока решили не делать массово в комплектацию Супер Мамба для всех желающих как стандартную опцию, да? Ну, чтобы, во-первых, не задирать цену арбалета, да? А, во-вторых, мы подобрали специально все комплектующие таким образом, что вы это можете сделать сами. А у кого-то из вас могут быть возможности совершенно разные. Вот кто-то, у кого-то знакомый работает в рыболовном магазине, у кого-то в арчере-магазине, у кого-то там в страйкбольном, там, да. И вы можете взять все эти комплектующие самостоятельно. Поэтому зачем мы будем по всем магазинам закупать вот эту вот фасанину, что-то собирать и на этом зарабатывать 3 рубля, там, как перекупщики. Геморроя много. А выгоды-то мало, зачем задирать цену? Поэтому все, кто хочет, вот по моим рекомендациям, можете собрать себе комплект Супер Мамбы. Если спрос на такую модель будет достаточно высок, то есть найдутся люди, которые будут часто спрашивать именно комплектацию Супер Мамба, ну, может быть, мы все это возьмем сами там и соберем. А потому что мы вот эти комплектации подбираем из расчета поиска наилучших решений для того, чтобы скомплектовать вариант боевого арбалета для сил спецназначения, там, да, для выполнения специальных задач. Ну, для этого, естественно, там все комплектующие будут из самых лучших. А вы-то можете это решение сделать себе, там, если там на рыбу, то совсем за копейки, а если там на зверя, то за вполне приемлемую цену. Потому что, ну, не обязательно же брать там Fab Defense для глоков, там, да, можно сделать самому рамочный приклад, кому-то вообще приклад не нужен, там, да, кого-то не устраивает катушка с тремя подшипниками, кому-то 7 подшипников надо, кому-то сюда нужно фонарь, кому-то лазерный целеуказатель. И вариантов миллион, мы скомплектуем, и все будут недовольны, потому что одному не нравится то, второму то, третьему этому, а четвертому цена кусается. Да? Поэтому мы решили Супер Мамбу массово, серийно не собирать. Но я подробно вам рассказал, как это делается.
Это у нас традиционное испытание луков и арбалетов на пробивающую способность. 0,5 миллиметра кровельная сталь. Причем, заметьте, рикошета не произошло. Бродхед разрезал именно там, куда попал. Никакого скольжения, ничего. Ну а дальше он просто вошел в деревянную обрешетку, да? Вот, поэтому мы тут заодно испытываем это на пробивающую способность по металлу, да, в которой мы, собственно говоря, не сомневаемся. Ну, вот такой результат, да. Это G5, он абсолютно целый, без всяких этих самых, ну, чуть-чуть носик затупился, немножечко. Вот, на лезвиях никаких зарубок нет, все абсолютно чисто. Ну вот, пробивающая способность, ну, соответственно, сколько есть в G5, столько и получилось. Любой боеприпас, который подходит к лукам, подходит к этому арбалету. В основе лежат лучные стрелы, для которых боеприпасы, бродхеды выпускают все фирмы мира, которые только существуют. Поэтому сюда можно поставить любую новинку, которую кто-либо где-либо изобрел и начал продавать. Более того, мы прекрасно знаем, что сюда ставятся и огнестрельные стрелы, которые тоже в соответствии с действующим законодательством свободно продаются в Соединенных Штатах в том числе. Это обычный стакан, в котором есть накалывающий зуб, и куда вставляется стандартный патрон для огнестрельного оружия, включая хоть 12-й калибр, да, с картечью. Поэтому хоть дверями вышибайте, хоть что делайте, потому что так сделан российский закон об оружии, правки к нему внесенные, да, путем их подмены ко второму чтению. И так сделаны правила охоты, в которых ничего не указано, а презумпция невиновности гласит: все, что не запрещено, все разрешено. Если у вас есть роха и вы вправе пользоваться боеприпасами огнестрельными, вы имеете право с метательным оружием применять эти боеприпасы, потому что нигде не оговорено, что этого нельзя делать. Поэтому сюда ставите стакан, туда вставляете патрон, если вам нужно останавливающее действие. Вы ставите 9 мм на 19, если вам нужно пробивающее, вы ставите там 308 там Вин Магнум или Везерби Магнум, да? Если вам нужно вышибать дверь там или картечь, то, соответственно, вы ставите туда патрон 12 калибра. Весь вопрос в стакане и накалывателе, да, и легком подпружинивании, чтобы в период хранение это самое не накололось при ударе, то есть должен быть небольшой предохранитель, либо шпилька стоять там, да. Это все вам сделает любой токарь. Вот. А штатные боеприпасы Main Hunter продает в виде боеприпаса игла, которому вы можете ставить любые бродхеды. Дело в том, что вот это вот основной боевой вариант применения данного арбалета-пистолета, приклад FAB Defense Cobra и фонарь, ну в данном случае это XML-6. Вы сюда можете поставить в принципе все что угодно, лазерный целеуказатель, либо какой-либо другой фонарь, либо для сил спецоперации, я думаю, что наиболее лучшей будет мысль ставить сюда стакан с пружинным выкидывающимся стилетом, который сделан на простой затворе щеколда и в качестве добора неудачно снятого караульного, да, или подраненного, да, караульного. У вас постоянно заряжен стилет, если вы, собственно говоря, его сняли и он еще шевелится, то подходим, значит, и путем разворота щеколды спускаем этот стилет, который также его бесшумно, собственно говоря, и добивает на расстоянии, если он за колючей проволоки, вот, и вы уже к ней подошли, потому что первый раз его сняли, то можно добрать стилетом, да, который перезаряжается обычным образом. Вставляем
твердое основание досылаем до конца, закрываем щеколду, поднимаем, снимаем щеколды, и, соответственно, стилет вылетает. Схема давно известна, прекрасно работающая, да? Аналогичным принципом действия обладает сигнал охотника, который также свободно продается, а вместо сигнала охотника можно поставить все, что угодно. Это я о том, что можно вообще сюда ставить в качестве подствольного приспособления. Поэтому приспособление штатное, купленное за 100 рублей под названием «Сигнал охотника», позволяет вам еще отсюда запускать и ракетницы. Да? Ну, на охоте минимальное применение – это подача сигнала или отпугивание зверя, которого вы, в общем-то, неудачно попали, либо на большом расстоянии он решил к вам подойти, спросить, в чем дело, то, соответственно, кроме перезаряжания и досыла следующей стрелы в цель, есть вариант стрельба по нему сигналом охотника, что, в общем, работает в качестве отпугивающего, да, по собачьим, по любым, это я по поводу дог-хантеров и всего остального, и даже, в общем-то, по медведю достаточно хорошо работает. Что у меня здесь еще не совсем такого, к чему вы привыкли, да? Это, собственно говоря, вот здесь вот две резиночки. Я сейчас объясню, зачем здесь эти две резиночки. Дело в том, что если вы делаете растяжку при установке этого арбалета в качестве самострела, я вам объяснял, да, что веревочка идет сюда, а дальше проходит здесь, и вот специально в вентилируемый хвост скобы спускового крючка сделаны отверстия, вот за отверстие это привязываете, да, если веревочка тянется, то, соответственно, хвост скобы спускового крючка начинает свое движение к спуску. Однако это один из способов применения. Другой из способов применения заключается в том, что какая-то вещь или какая-то деталь или какая-то техника меняет свое положение, а выстрел производится в другую сторону, да? То есть направление не оттуда, откуда пришел сигнал, а другое. Допустим, в какое-то помещение заходит группа товарищей, которые в этом помещении ни к чему, да? В сторонке стоят баллоны с газом или вообще включена газовая магистраль. Это я к тому, что в качестве применения в ситуациях выживания и для сил спецопераций, как это делается? А не с целью того, что вы это пособие по терроризму, нет, наоборот. Вот, это предотвращение, да, ну, к вам ломятся БЛМщики, да, скажем так, а вы не хотите, чтобы ваш дом достался врагу, да, ну, вот, все очень просто, как бы, да, ставим огнестрельную стрелу, да, если связывать предыдущее повествование с этим, вот, или, допустим, бродхед, который пробьет какую-то емкость, да, которые должны с чем-то смешиваться, да, вот, и сигнал, допустим, у вас со стороны, да, открывающаяся дверь. Если вы сделаете арбалет, поставленный на открывающуюся дверь, то непонятно, насколько она открылась и куда направлять выстрел, да, а если взрыв этот объемный, да, и в качестве спускового устройства служит арбалет-пистолет, да, то все как бы интересней, да, вы снимаете, допустим, отсюда одну резиночку, да, ну, резиночки эти нужны для многих вещей, да. Вы одеваете вот один хвостик на хвост скобы спускового крючка, да, обводите его с этой стороны и снова его одеваете на него вот таким образом. У вас получился всегда нажатый хвост скобы спускового крючка. А теперь вы откуда-то от двери ведете ниточку, вот здесь специально сделана гребеночка, вот здесь вот такие штучки для того, чтобы работала эта ниточка. А ниточка берется от катушки боуфишинга, которая в комплекте арбалета идет. И вот она идет от дверной ручки, проходит сюда, и здесь вы натягиваете, привязывая, соответственно, ее за вот эти отверстия. И у вас вот так получится. Если ниточка оборвется, то есть дверь откроется, да, соответственно, он пойдет назад, и резиночка сделает, произведет за вас спуск.
Вот такая нехитрая резиночка, которая всегда есть на арбалете, может служить вторым вариантом установки его в качестве самострела. Еще раз хочу упомянуть, что в целях охоты это, в общем-то, запрещено, да? Ну, за исключением каких-либо особо выдающихся моментов, да? Где производится научный так называемый отстрел, под который сейчас у нас даже краснокнижных животных десятками в заповедниках отписывают, да? В целях проработки концепции, так сказать, да? Уничтожения хищников. Но, тем не менее, да? Ситуация возможна, и вы должны о ней знать. Соответственно, вот это устройство, оно настолько многофункционально, что режущие, колющие, огнестрельные, взрывающиеся, дымовые снаряды, которые привязываются сюда, инициируются от попадания, а она, естественно, снарядом будет всегда падать вниз, хоть вы стреляете сверху навесом, хоть как. Максимальное число случаев, зарегистрированных в России, которые происходят по 1-2 раза в неделю в учреждениях ИТК по перебросу доставки наркотиков и телефонов, и все, маляв и прочего всего в Российской Федерации, происходит с применением арбалетов, причем арбалетов весьма низкого качества. Да? Поэтому все, что связано с целевым попаданием чего-то куда-то или перебросок больших расстояний, включая светошумовые гранаты, сигналы, дым-шашки, какие-то патроны, там, фальшфейеры, фейерверки, либо просто в окошечко забросить гранатку с газом, лучше, чем арбалет, у вас это ни с чем не получится. Да? Вы все смотрите ролики, как полиция кидает что-то куда-то, а это все от стенки отскакивает и прилетает им обратно. Да? Ручки-то у всех крючки, а здесь-то, в общем-то, прицел, да еще и с прикладиком. Да? Поэтому вы можете это дослать очень точно, попав даже, в общем-то, в какое-то слуховое окно, если у вас руки растут из того места. Стандартная проверка на пробиваемость. Изолон. Изолон — это 2,5 плотности мяса. Broadhead G5 Outdoors. Порошок 100 грамм. Плечи разрешенного номинала для неоружия до 43 килограмм. Это не является оружием. Абсолютно летально. Абсолютно летально. Приспособление для спорта, отдыха и развлечения. Thank you.
наблюдали на своем экране по трем результатам отстрела, они относятся к трем разным положениям на изготовку к стрельбе. Первое, с наибольшим разлетом, максимальный размах которых вот составляет, ну, это порядка 10 сантиметров. Порядка 10 сантиметров. Здесь даже, в общем-то, по центрам, скорее всего, ровно 10. Вот. Этот результат, стоя из пистолетной стойки двумя руками, да? То есть вот в таком положении. Вот так. Второй, который с размахом чуть поменьше, он это с коллиматором первое, да? Второе, с коллиматором и раздвинутым прикладом, да? То есть вот из такого положения. Тоже стоя. А вот этот результат получен сидя с упора. То есть вот пристрелочный столик, с которого я все время стреляю там, да, и, соответственно, я сижу, и, соответственно, у меня локоть находится на упоре. То есть вот из этого положения, и при этом у меня здесь стоял стандартный оптический прицел. Оптический прицел, не коллиматор пистолетный. В первых двух случаях это пистолетный коллиматор и стрельба стоя. В первом случае пистолетная, во втором случае с прикладом. Вот. А третий с прикладом, сидя с упора. При этом у меня лежал не арбалет на упоре, а локоть стоял на упоре, то есть я поддерживал цевьё вручную.